Всех приветствую, с вами снова Денчик. Сегодня мы продолжаем проходить Mafia Definitive Edition. Ну что ж, следующая глава у нас под названием... Эй, босс. Я понял, я вам нужен. Присядь со мной. У нас крот там. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст там. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Винченцо ждет тебя с новой машиной. Будет... Так. Паршивый сегодня день. Том, никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И еще кое-что для особого случая. А у пара. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Верни эти книги, пока они не попали в лапы к федералам. Хорошо. Thank you.
Так, блин. Блин, еще есть. И в дерево ряд. Что-то так сложно, что ли. Нормально припарковался. Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что ну следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Пожалуйста, Томми. Найдите малыша Тони, ага. Да блин, чё включается этот радио? Я его не включал.
потом сейчас еще и... Люки, баги эти. Я сегодня доеду или нет? Здесь уже не так могу глючить. Че звезду-то не сняли? А, нет, сняли. Блин, я думал, к тебе надо идти. Как твои дела, Том? Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов? Которого ты домой подводил.
зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Oak Hill, угол Pine Street. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет. Не передал. Том. Что случилось? Так, через мод Жуляна поедем, короче. Так. Сейчас еще кто-нибудь в полицию позвонит. Он вызвался мое такси. Как всегда.
Долго еще ехать? Походу уже практически приехали. Похоже, это здесь. Это он сам, не я, это уже сам он сдал назад. Так. Да, видимо, это здесь. Поехали. Поехали, говорю. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Даже они тебя везут.
после утечки газа. Подробности в газете. Поворачивать будет. Не заметил. Наверное, будет какая-то встреча. Черт, Фрэнк, никак тебя в аэропорт везут. Все может быть.
Да? Приехали в аэропорт. Господи, его хотят вывезти из штата или еще дальше. Сука, это плохо. Что, встали? Давайте, наверное, на этом закончим. Продолжим потом, в следующей серии. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.